Всем добрый день. Вот есть организация в Гатчине ОГАСТРОЙ. Это у нас Ленинградская область. Занимаются они проектированием, монтажом, пусконаладка и эксплуатация систем газа и теплоснабжения. Также вентиляции, водопровода, канализации, объектов газоснабжения и котельных. Контроль качества сварочно-изоляционных работ. Так, здесь много-много информации интересной. Монтаж, проектирование. Функции генподрядчика, сварочная лаборатория. В общем, все серьезно и основательно. Под этим роликом есть и телефоны, ссылка на сайт. Все можно посмотреть. Находятся они вот здесь, около Приратского парка, на улице Чкалова и улице Карла Маркса. Вот здесь практически перекресток Чкалова и лейтенанта Шмидта. В центральной части города, можно сказать. Организация размещает у нас рекламу много лет уже. И сейчас вот разместилась опять на 3 года ближайшие. Ну, в общем, работает давно. Не однодневка, так что обращайтесь, здесь много всего интересного можно найти на эту тему. Лаборатория оснащена собственными техническими средствами, обеспечивающими возможность выполнения работы в рамках области ее аттестации, что позволяет указывать услуги сторонним организациям. В общем, обращайтесь. Всего доброго.